I'm a Rasta man. Да ладно, всем похуй, ты че? Всем привет, сегодня мы выбрали Хабаровск, и я возьму интервью одной из старейших драм-н-бейс-диджеев города Хабаровска. Знакомьтесь, доктор Р. Всем привет. Ром, скажи, почему ты выбрал себе такой псевдоним доктор Р? Ну, в тот момент у нас были такие, как это сказать, больничные отношения с музыкой, какие-то там респираторы, вещества, так скажем, прямо. Вот. Не, это небольшое влияние оказало. Больше мне понравилось, что у некоторых диджеев есть такое поведение за вертушками, такое отрешенное. То есть публика вся на эмоциях, испытывает какие-то вайбы, там, прочие дела. А у них такое максимальная отрешенность, меня это как-то вот впечатлило. Я решил взять себе такой и образ, как бы, и псевдоним. То есть одно подчеркивает другое. Когда у тебя произошло знакомство с драм-н-бейс музыкой? Помнишь этот период? Самое первое знакомство – это эфиры на радио «Олимп», «Европа плюс», наши хабаровские местные. Диджей Купер, я до сих пор мечтаю хотя бы просто фотографии увидеть этого человека. Вот. У него были тематические передачи, по-моему, по вторникам, четвергам, ну, не суть важна. Когда состоялся у тебя первый дебют твой на сцене, как диджей драм-н-бейс, или просто как диджей? Как диджей, это где-то год 2004, летом. Так, просто руку набивал в кафешке. Вот, и там меня, естественно, не поняли. А конкретно это, скорее всего, острова. Сейчас уже память немного изменяет. И наши вечеринки. Такие для своих, там, человек там, на 50, на 30. Ну, первые потуги, так скажем. И организаторов моих знакомых, и меня как диджея. Вот, там есть что вспомнить, но это было очень давно, надо стараться вспоминать. А вот я заметил, что ты всегда с винила играешь. Почему твой выбор пал именно в сторону аналогового звучания? Тут все просто. Трогаешь музыку руками, как говорится, прикасаешься к святому. Конечно, громко сказано, но все оттуда растет. Также поначалу нравилось впечатление публики от меня. Там, эго потешит, как говорится. Вот, а так самое первое, то, что ты взял, остановил музыку, подогнал там ее, там, скрещил, сделал, все такое. Не думал ты идти на современные более такие девайсы с контроллера, играть с компьютером? Естественно, оглядываешься, по сторонам смотришь, что происходит, потихоньку планируешь переходить в эту степь. Но все равно хочется потихоньку коллекцию пополнять винилом, живой музыкой. И, ну, так, 50 на 50 хочется. Ну, сейчас с сегодняшними ценами на винил не всегда удается. Да. У тебя дома какой сетап стоит? Ну, что у меня изначально было, так, в принципе, и осталось. В плане винила поменялся только микшер. Вот. У меня стоят стенды, переменяющие года 2008-2009 с прямым приводом. И 600-й пионер. Раньше был 400-й, но меня покинул по некоторым причинам. Ученые назвали это естественным отбором. Есть у тебя предпочтение вот, в стилистике драм-н-бейс-музыки? Там некоторым что-то больше регги нравится, джангл. Некоторым текстеп. У тебя есть такие? Ну, изначально я заболел таким олдскул, даже не джанглом, драм-н-бейсом. Типауэр, там, эмбит. Ну, то есть где-то джангл, где-то такой, как это сказать, интеллектуальный драм-н-бейс. Наш любимый Голди, как у него, как тех назывался, забыл. Голди я поначалу вообще не понял. То есть для меня это было какое-то чуждое мне дело. Вот и Жибаки. Потом я потихоньку пошел во вкус с нейрофанком, ну, таким молодым, там, 2001 года, 99-го, можно так сказать. Вот, и оттуда пошло в жесткое звучание, уклон. То есть техника Лыч в свое время переболел, как и все, в принципе. Дайлоном, там, Лаймвоксом и прочим товарищам. Сейчас больше нравится такое техноидное звучание, ну как типа модно сейчас слушать. Ну, мне, я все равно пытаюсь, не то что пытаюсь, мне больше нравится драм-н-бейс и техно-звучание.
чем у тех. А были у тебя какие-нибудь любимчики, ну, продюсеры драм-бейс-музыки? Может быть, какой-то кумир, там, некоторые, там, боготворят NDC, его музыку, да, подачу, какие-то были? Из кумиров, которые прям я никогда не перестану интересоваться тем, что у них вышло, это марки Sunbass, которые я тоже пытаюсь играть, но всему свое время, может быть. Либо место. Естественно, Макото. Вот, это Soulful и так далее. LTG Bakken. Но он уже, как бы, я думаю, не актуален сейчас. Тем более он ничего не пишет, мне кажется. Либо я что-то пропустил. Вот. Из техноидных ребят. Это Роутек, прям просто, не знаю, волшебники из Германии. Слушай. А вот ты когда готовишь свой микс, ты чем-нибудь вдохновляешься? Или же ты приходишь просто в клуб и смотришь на людей и играешь, вот, настраиваясь под их, так скажем, вайб? Ну, если тусовка такая, как скажем, грубо говоря, для своих прям, и конкретно для своих, как у нас было 2 января, то есть, ну, без уклона там серьезные какие-то дела. Пришел, посмотрел, примерно понял, что будет хорошо заходить, поставил. Даже там без сведения в тональность и так далее, так вот просто. Вот. Ну, главное, чтобы народ завело. Это первый вариант. А второй вариант, когда серьезное мероприятие, там готовимся, как у нас вот в марте будет, кстати, анонсируем. 20 марта будет хорошо. Приглашаем всех. Я ссылочку добавлю сюда, вот где-то вверху экрана. Вот, там, конечно, как говорили наши уважаемые товарищи из Нойси, Vision теперь уже. Сначала мы сидим на студии, ну, я цитирую сейчас, пытаемся найти какой-нибудь грув, какой-нибудь цепляющий сэмпл, потом начинаем разворачивать композицию. Ну, примерно то же самое. Послушал какой-нибудь трек, он меня зацепил, и начинаешь с него разворачивать. Либо какая-то там психологическая игра на слушателя, либо свои какие-то тараканы, грубо говоря. Были у тебя какие-нибудь, ну, необычные миксы, которые ты когда-либо играл, или ситуации какие-то необычные во время игры? Ну, миксов много было, и веселое, как бы, ну и не особо, но больше, конечно, веселого. С такого полузабавного, полунеобычного. У нас в 2005 или 2006 году был открыт R&B-клуб первый, такой большой, в центре Хабаровска. Вот. Я там поигрывал тустеп. И как-то я подошел к тому человеку, который там был резидентом, и говорил, можно я поиграю такой soulful, intelligent, ну, короче, джаз-фанк вот такого плана, старенькая там, 96-98 год. Время было 4-5 часов утра, пришла компания лет 50-40 из какой-то фирмы. Какие-то треки на втором и третьем, они начали вальсировать парами. Ну, вот это было как бы забавно и шикарно. У тебя, может быть, есть такое мнение или чувство, вот что самое ценное в диджейнге, ты считаешь? Подача материала, качество сведения? Ну, я вот думал на эту тему очень много. Вообще, как бы, в этом деле полностью, там, и в продакшене тоже, я думаю, самое главное – это мысль и душа. Вот. Мысль – это идея, грубо говоря, а душа, чтобы это было, музыка была живой, ну и сет был живым, как бы. Потому что, когда не планируешь сет, как бы, все равно где-то что-то просело, грубо говоря, народ устал там, да. Что-нибудь еще, и там слышишь коррективы, то есть какая-то духовность в сете, какая-то подвижность. Слушай, кроме диджейнга, чем еще увлекаешься, там, музыку пишешь? Ну, от музыки, из нагрузки на работе, потому что как, приходится совмещать, я от продакшена отошел уже лет, ну, 10, наверное. А так потихоньку подбираюсь обратно, как бы пытаюсь вернуться там. Железом от дома обрастаю. Скоро, наверное, буду собирать студию, поставлю мониторы, такие более-менее адекватные. Вот сейчас вот, да, я заметил, что диджейнга без, ну, как бы, без продакшена уже не бывает. То есть, если ты хочешь где-то выступать, играть, все-таки, то все равно рано или поздно придется к этому прийти и начинать что-то делать. Ну да, в особенности на виниле чувствуется, что когда ты музыку касаешься пальцами, рано или поздно хочется ее делать. Вот, и это начинает свербить, и начинаешь к этому ощущению искать выход, чтобы оно нашло свое применение. А такой вопрос. Хотел бы ты уехать, ну, в какую-нибудь другую страну на постоянное место жительства? Как некоторые там, вот, блин, можно перебраться в UK, там как бы сцена лучше развита, и можно себя как бы больше продавать. Ну, только если доживать, потому что
Не знаю, это наверное громко будет сказано, мы дальневосточники, у нас немножко другой характер. Если я думаю, если бы я родился где-нибудь там в центральной России, я бы и не был таким пробивным. Я думаю, ты такой же, и Миша Ебош, который сегодня будет играть, и Петя Деспот, мы все пробивные. Но это было неоднократно замечено в командировках по работе, что мы люди немножко из другого теста. Вот. И по этой причине я не хочу сваливать, ну, грубо говоря. Для меня это так выглядит. То есть, может быть, я рассмотрю вариант перебраться просто в центра. То есть Москва, Питер там, ну, либо просто в Калининград. Но в тихие места, ну, грубо говоря. Только доживать уже свой век, как говорится. Я, кстати, заметил, что многие дальневосточники, кто уехал на Запад, они, в принципе, все выбились. То есть это и тот же Eurotraffic, и East Colors, и Nani, и Кэш, и тот же самый Петя Деспот. То есть, да, я с тобой согласен, дальневосточники – это люди, сделанные из другого теста. Если бы тебе сказали, что ты можешь телепортироваться в любую точку земного шара и сыграть там свой микс, куда бы ты хотел? Ну, первое, небезопасное место – это Бразилия, там с маркетом рядом постоять. Хотя просто постоять там, не знаю, если на одной сцене там разогрев сделать или просто завершить вечеринку, ну, я бы тоже не отказался. Я бы, может, даже денег за это заплатил, в принципе, кому-нибудь, если можно было. Вот. А так, ну, естественно, Великобритания, куда-нибудь поближе, там, Hospital Acres, там, под бочок, по той же причине, по той же схеме. Вечеринку в Hospitalis. Да, 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 в идеале. Либо там какой-нибудь рейв. Ну, это так, я не знаю. Hospitality, в принципе, с тем же марки, это, в принципе, все осуществимо при желании. Ну, с марки, конечно, потяжелее, потому что Бразилия сама по себе не особо безопасная страна. Ну, только из этого. Вот, а Великобритания, я думаю, при желании мы с тобой там, в течение нескольких лет можем спокойно это сделать. А что бы ты мог порекомендовать начинающим диджеям, которые только интересуются музыкой и хотели бы начать, ну, как бы, свою карьеру? Ну, первое, это взяться за голову, то есть не идти на поводу своего эго какого-то, думать, что вы делаете. Очень сильно думать, что вы делаете. И еще раз думать, что вы делаете, то есть головой двигаться, а не насчет своего эго и так далее. То есть это музыка, она требует участия души в процессе, если этого не будет, если у вас голова не работает, там, в плане какой-то идеологии там, и так далее, ну, не работает просто. В этом поле, то, ну, мне кажется, никого ничего не получится. Вы недалеко уйдете. Согласен с тобой. А и последний вопрос, я его всегда всем задаю, это о чем ты мечтаешь? Твоя мечта? Ну, я так скажу, сейчас середина февраля 2021 года, у нас вся Россия, да, что там вся Россия, весь мир живет с одной мыслью, чтобы не повторился 2020. Вот. И сейчас мы пока просто все благодарим Бога, что все хорошо, короче говоря, потому что в 2020, я думаю, терпелись все. Ну, так, ну, первая мечта, это чтобы все было хорошо везде. Ну, вот так вот, то, что вот, как бы, вот эти вот маленькие пунктики есть, там, наметанные, там, в Великобританию съездить по своей индустрии, как говорится, по своей отрасли. Ну, просто продвинуться в рангах, как говорится, то есть в Москве диджей, не просто в Москве, там, ну, за рубежом, в продакшене вырасти. Такие, как бы, человек уже взрослый, там, мечты, как говорится, для юношей питают. Вот, сейчас уже просто цели, там, этапы достижения целей и прочее. Ну, согласись, мечта – это двигатель наш. Да, да. Еще что-то высокое есть, но сейчас не готов сказать. Вот. Хорошо. Спасибо тебе большое за ответы на вопросы. Я надеюсь, что мы еще увидимся в интервью и послушаем твою музыку, которую ты напишешь. Да, собираюсь скоро выложить пару сетов. Ну, мы, короче, пошли готовить сетап. Надо еще сделать саундчек перед мероприятием. Все, увидимся. Ребята, спасибо за просмотр этого видео. Ставьте палец вверх, если вам понравилось, или вниз, если не понравилось. Я читаю все ваши комментарии, поэтому обязательно пишите. А мы увидимся в следующем видео. С вами был Андрей.